История марки «Шкода» началась не с четырех колес, а с двух – с велосипеда. Основателей завода «Шкода» звали Лаурин и Климент. Хэтчбэк – это такая форма автомобиля. Слово «Октавия» происходит от латинского слова «октава» и означает «восьмая», то есть это была восьмая по счету модель. АБС в автомобилях «Шкода» тормозит от 12 до 16 раз за секунду. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. В модельном ряде «Шкода» 8 автомобилей. CityGo, Fabia, Spaceback, Octavia, Rapid, Superb, Karoq, Kodiaq. Yeti – это снежный человек. Компания «Шкода Авто» стала составной частью концерна Volkswagen в 1991-м. Кодиак – это медведь с Аляски. Заводы «Шкода» есть в Чехии, Китае, Индии, Казахстане, Украине, Словакии, России. Подписывайся на канал «Прага Авто».